Старый Арбат. Место притяжения москвичей 80-е годы. Первая пешеходная свободная улица Москвы. Монмартр, московский. Дорогие зрители, мы с вами любуемся на храм. Храм Спаса на песках. Или Преображение Спасителя на песках. На песках, потому что здесь были песчаные почвы. Всегда. Храм исторический, древний, был построен в 1642 году. Первоначально был деревянный, а в 1711 уже отстроен в камне. Вот в таком виде он до нас и дошел. Храм замечательный. Спрятался среди домов между Новым Арбатом и Старым. Вот среди этих домов он скрылся, вот там вот Старый Арбат. Василий Поленов изобразил его на своей картине «Московский дворик». Ну и он еще известен тем, что здесь на колокольне играл Константин Сараджев колоколами. Он был замечательный мастер колокольного звона. Полюбуйтесь еще раз нашу особую колокольню, на этот кубоватый храм за комарами. Наличниками окон, пятиглавием, куполов. Московская архитектура 17 века. Зайдем сейчас внутрь. Сергий Радонежский, Проемякна, Владимирская икона Божьей Матери.